Thank you. В общем, истребители нас охраняют. Четвертый истребитель уже. Скорее всего, наши. Куда? Где вы тут сидите? Ага, туда. Куда, куда? Мы сломали? Нам туда. Водичка течет. Так надо летать полностью в пустом аэропорту. И походу в пустом самолете. Построили огромный аэропорт, но пока не могут запустить его, чтобы все летали самолеты как следует. Никто сюда не хочет летать. Поэтому SriLankan Airlines приходится пустые рейсы практически сюда гонять. Вот два рейса сегодня. Это государственный аэропорт в честь президента, государственная компания. Но скоро покроют чартеры. Будут летать сюда наши туристы. И самолет тогда прилетал. Ха-ха. Там сидят. Да, можно, кафе. Там жарко, наверное. Проводила каким-то Так, вот самолетиков еще нет. Вот с ним и полетим, сидит чувак. Наш. На эту штуку залез, наверное. Сейчас мы полетим в пустом самолете. Лететь нам примерно 30 минут, наверное. Опа. Чуть-чуть воды. Ирка, так улыбайся. На Мальдивах. Именно, что самолетик.